Всем привет, это канал PlayGame, меня зовут Сергей, и мы продолжаем проходить Dragon Age Inquisition. Так, рядик-то мы себе набрали, так, куда ж нам теперь, куда нам теперь идти? Куда-то, так, верхние камеры. Ну-ка, иди сюда, урод, ты что там? Лежать. Стоп. Так, стопоритесь, они не херачат-то. Опа-на! А меня-то завалили! Так. I'm sure Alexius would be delighted to see us. Хераськи, нас чуть не убили. Так, вот что-то тут. Вот добычка, и вот у нас что-то лежит. Так, стоп, а где-то еще? Где? А, вот, прочесть. Молитва новому богу. Славь его имя, восставшего из тьмы. Славь его имя, его боровшегося за свет. Славь имя его, вступившего во Золотой Град. Славь его имя, его древний. Богов больше нет, создателя нет и не было. Новый бог среди нас, славь имя его. Так, 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 а мне куда? Вот сюда, куда-то еще выше. Вот, наверное, нашел ее, да? Ты сломаешься. Я раньше умру. Или ты умрешь. Так, что ж, я так понимаю, весь отряд мы свой восстановили. Вы живы? Ты теперь в безопасности. Забудь про безопасность. Если уж вернулись с того света, нужно что-то понадежнее безопасности. Нужно покончить с этим всем. У вас есть оружие? Это хорошо. Магистр, скорее всего, у себя. Вам не любопытно, как мы сюда попали? Нет. Алексиус отправил нас в будущее, прямо сюда. Его победа — это старший. Это всего не должно было быть. Мне надо вернуть, найти Алексиуса и обратить заклинание. Если мы сможем вернуться в наше настоящее, то не дадим случиться этому будущему. А маги еще удивляются, почему люди их боятся. Ни у кого не должно быть такой силы. Это все опасно, непредсказуемо. То, что мы делали, добля бреши. Хватит. Для вас не все не настоящее, я уже поняла. Будущее, которое можно отменить. Но я мучилась, и весь мир страдал. Вполне по-настоящему.
Так, добивитель до тронного зала. Так, если карта... так. Stop talking. I'm just asking for information. You're talking to fill silence. Nothing happened that you want to hear. Не можешь открыть. Так, очень интересно. Так, здоровечко выпить. Так, инвентарь. Это ты с чем ходишь-то? Так, ясненько, идем дальше. Так, куда? Стоять. Возвращаться. Так, а не ключик-то я сейчас нашел. А, отлично, вот и ключик. We need to find Alexius. I'm sure he'll be in the nicer part of the castle, if there is one. Пора закрывать прорыв. Отлично.
найдена пристань. The Magister needs more power for his rituals. No. Так. Так, ну дальше. Это что за херня еще? Resort of blood magic in time. Так, 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 лучнику, если. А, у нас нет лучника, ясно. Все, тогда тешим так вот дальше. Так, опять для тебя закрывать. Тихо.
Дневник заклинателя. С каждой ночной пробой заклинания времени магистр все больше нервничает. Впрочем, понимаю его, потому что промахи старше его убьет. Буквально. Заслуги тут в счет не идут. После 10-й неудачи он в прогулочные часы начал запираться в главном зале. После 20-й велел солдатам притащить откуда-то чудную дверь с осколками и установить в замке. Теперь, чтобы доверенные помощники могли его увидеть, им нужно входить вместе, всем вместе. Мы это делаем дважды в день, когда приносим еду. Сам он из комнаты уже вообще не выходит. Тот шизанутый чувак. Ясно. Короче, все выбито и стать больше смысла нет. Ясно. Идем тогда по заданию. What became of Felix? Do you know? Yes, I know. And you're not going to tell me? You'll find out soon enough. Ох, нихера их тут. Капец, один ушел. Вообще косяк. Капец, убили. Draste's name is that. Hold on to it. I want to look at it later. Да блин, куда ты пульнул-то? А. Твою мать, убили, а? Да что ж так? Твою, блядь.
Ай. Здоровья нет ни хера эликсира. Так, если... Так, пусть пьют сразу. Draste's name is that. Hold on to it. I want to look at it. Да, блять, выпейте вы зелье, а. Херачих. That way. I'm sure that's where Alexius is hiding. Maker's breath. Where did Alexius find this? How did he even move it here? Can we open it? Perhaps. But it looks quite strong. How desperate and paranoid must he be? His servants must have a way through. He has to eat. Let's look around. Так, ни хера не понял, куда я побежал. Блять, какие осколки еще? Хоть здоровье дайте пополнить, ёб твою мать-то. Yeah.
Ёп! Да чё ещё такое? Короче, капец, опять нас всех поубивали, нахер. Конечно, такой толпой, ёп! Какие в пизду ещё осколки, вот. Надо бежать. Здоровье-то хоть дайте как-то пополнить, ёлки-палки. Капец, здесь толпа. Нашли. Опять нет зелья, ни хера. Так как столько воевать-то можно? Somebody had very questionable taste. Охереть их здесь. They haven't noticed us yet. Good opportunity to look for higher ground. И толку. Thank you.
enchanter! Охереть, убили опять. Да ёб твою ж ты мать, а. Толку, что я повыше-то забрался. Лучника нет, нихера нет. Чё толку-то мне с этого? Да твою, блядь, мать, а. Ебать, мы забрались повыше. А толку? Толку, блядь, что вы, дебилы, повыше-то забрались? Good opportunity to look for higher ground. И чё? Get that enchanter! Ёп, да что? Чё толку, что я повыше-то забрался? Я вообще понять всё никак не могу. И чё, что мы повыше-то, блядь, забрались? Вообще ничего не врубаюсь. Какого хера? Ну забрался я выше, и дальше-то чё? Somebody had very questionable taste. They haven't noticed us yet. Да, блядь, не нахер отсюда, ну лезь, ну лезь. Аудиота, кусок. Get that enchanter! Все, нахер, валим отсюда. They haven't noticed us yet. Good opportunity to look for higher ground. А где я возьму разбойника? У меня нет разбойника. Так, стоп, как сюда-то попасть? Охереть, разбойника-то нет. Прикольно, блядь.
If you're swift and quiet, you can kill that enchanter before he sees us. Block them from coming up the stairs! Отлично. Еще один взял. Да, где-то еще что-то. Заблудился, что ли, где-то хер простышь, где? Да что такое, а? Там, блядь, закрыто. Тут хуй попадет. Да что ж это такое, а? Ну куда? Куда идти-то, ёптель-моптель, а? Полное уже хоть бы здоровье нахер где найти. Ай. Да, блядь, взяла, пропала опять. Ну куда? Куда, блядь, идти? Ну тут я был, поубивал их уже. Да ёб твою мать. Тут уже хер знает, какой раз прохожу. И здесь, блядь, я был уже. Что это за такое, а?
А здесь, блядь, она закрыта. Ну был я тут, был. Head back to the main hall. I think I know how we'll open that door. Неужели? Почему опять несколько точек? Хера не понял. Изучение мора. Прививание моровойской. Верны. Пленным не носит пока никакой явной системы. Заражение развивается неравномерно. Некоторые испытуемые умирают в течение часов. Несмотря на все попытки, у других же не проявляется совсем никаких симптомов. Подобные могут содержать в себе какую-то природную сопротивляемость. Потому самое главное — уединение и испытание. Новая запись. Еще 6 подопытных погибло. Переливание крови от устойчивых пленных немного замедляет скорость заражения. Здоровая ткань взята от живых подопытных и вживленная зараженным часто отмирает раньше, чем порча распространяется. В тех случаях, когда ткань переживается, заражение распространяется по донорской ткани быстрее, чем по родной. Заключенная Лилиана оказалась самым полезным источником устойчивой крови. Alexis' spell do? Rifts tore apart all of Southern Thedas, starting here. But whether that's his doing or the breach, who can say? Валить, короче, не надо, и все. Алексиус, пришла пора отвечать за содеянное. Вот, наконец-то и вы. Я знал, что вы снова появитесь, когда мог лишь догадываться. Но я понимал, что не убил вас. Последняя моя ошибка. Стоило вам того? То, что вы сделали с миром, с собой. Теперь это уже не важно. Все, что мы можем, смириться и ждать конца. Конца? О чем вы? Какого конца? Какая злая шутка, судьба, что вы появились не раньше, не позже, а именно сейчас. Все, за что я боролся, все, за что я предал. Что из этого вышло? Смерть и распад. Больше ничего нет. Старший скоро придет за мной, за вами, за всеми.
Felix. 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 Это Феликс? Дыхание создателя. Алексиус, что вы наделали? Он бы умер, Дориан. Я спас его. Пожалуйста, не убивай моего сына и сделай все, что попросите. Так, какой-то амулет давай. Амулет давай, мы не тронем. Отпусти его, я отдам все, что вы хотите. Я хочу обратно весь прежний мир. Нет. Короче, капец, походу бить вообще будет. Так, где ты черта? Я что-то серьезный какой-то тип-то. Бляха-муха. Вставай. Бляха, муха. О! Да ну нахер, всех поубивал что ли? Да ёб твою мать, а. Хоть бы дали здоровье поправить, что ли, перед битвой. Ну чё это такое, а? Охереть, сколько ж тебя бить, а? Разрыв появился, это вообще капец, просто они битва. Твою мать! Блять, подох! Да что такое, а? Второй сдох, да вы чё? Третий сдох, да вы чё издеваетесь, блять?
четвертое зло, но вы, блядь, вообще издеваетесь. Это что-то, чуть-чуть такое. Блядь, все по новой, да вы что вообще гоните, а, чуваки? Не, ну хоть дали бы какого-то этого эликсира с собой, что ли? Блять, не эликсиров, ни хера. Да вы чё вообще издеваетесь, блять? Да это капец какой-то просто. Опять всех поубивали, да вы... Ай, это вот вообще не понимаю. Не, ну хоть реально, дайте эликсира. Какого-то хоть эликсира дайте здесь найти, а? Ну это что такое? Нет эликсира, реально у меня нет здоровья. Как мне убивать его? Блять, у меня жизни не убывают, вообще никак, здоровье не убывает. Сука, кого-то уже убили, да что это такое, а? Сука, меня убили, да вы чё вообще издеваешься, а? Вивиен убили, да? Да что ж это такое, а? Сука, пока разрыв убьёшь. Капец, одну четвертую где-то убили. Херачьте его, я вас оживлять буду. Давайте, больше половины задолбили уже. Сука, чё, опять разрыв? Да ёб твою мать, а! Сука, да что такое? Да за что ты, падла, а?
скотина, а. Да ёб твою мать, да как тебя, сука, убить-то, а? Опять по новой, да ты чё, а? Были бы хоть эликсиры здоровья, ну хоть что-то можно сделать, но это ж вообще как? Да сдохнешь ты, сука такая, а! Вали нахер! Не, ну хоть не... Блять, ну правда, ну хоть какие-то эликсиры-то дайте, ну хоть что-то. Какого хера, а? Сука, разрыв. Сука, да защитите же вы! Задолбали, блять, уроды, а! Сдохни ты, хер! Живи ее. Вот эту вот, блядь, оживи. Кто там еще сдох? Да, блядь, оживи ты этого придурка теперь. Так, все, вы пиздите его, я буду оживлять вас. Сука такая. Херачки. Убегай. Хорош. Thank you.
Так, херачьте его. Зелий нет. Все. Сука, сдох. Блять, только подошел, вот я ничего не сделал. Падла, оживи. Скотина ты херова! Да это капец просто. Вы чё, блять, и все сначала? Пиздец какой-то просто. Вот извините. Сдохни, гандон. Блять, уже Блэквелла убили. Где ты, падла? Это просто вообще невыносимо, блять. Как тебя убить-то, тварь такую? Сука, ты не сдохнешь. Сдох, козел. Как ты, чмошник, сдох? Еще одного ушатали. Да, сука, опять убил. Да как ты же сам трупом валяешься, ты меня убиваешь. Как же ты, скотина, меня убиваешь, ты сам трупом лежишь? Сука, разрыв. Опять убили, да ты... Вообще не выно... Сдохни, урод! Блять, я ему удар наношу и отлетаю. Да что это такое? Твою мать, блять, как ты меня убиваешь, скотина ты херова. Да просто нереально, блять, с ним биться. Да сука, опять убил, да кто? Он один летит, откуда огонь, блять, с другой стороны. В жопу. Да,
Да, блять, оживи его, а. Ой, кошмар, капец какой-то просто. Да кто опять? Как вот здесь она может умереть, когда он там? Опять с ней эликсиров ни хера. Бейте его. О, блять, опять сдох. Сука, все сдохли. Как так он там, блять, издыхают здесь? Опять разрыв, да ёж твою мать, а. Быстро оживить. Сука, еще оживить. Ёб твою мать, блядь! Оживи! Встань. И давай оживай. Ну давай, Алексус. Алексиус, сдохни, что уже падла, а. Сука, да как так?
Давай. Блять, встань же ты, чё? Неужели? He wanted to die, didn't he? All those lies he told himself, the justifications. Неужели сдох урод? Long ago. Didn't even notice. Да, серия, конечно, это затянулась вообще просто капец. Этот Алекс зашел слишком далеко, но Алекс в нашем времени еще может склониться к здравому смыслу. Да, наверное. Амулет тот же, что он приметил тогда. Думаю, тот самый, который мы изготовили в Миратоусе. Дай мне час времени на разбор заклинания, и я открою разрыв снова. Час? Это невозможно. Вам нужно справиться немедленно. Ты что-то постарел это. Старший. Вот почему они победили. Мы пойдем вперед, задержим их, насколько сможем. Лилиана, вы последний рубеж. Покажи им, на что вы способны. Что, другого выхода нет? Нельзя, чтобы вышли на смерть ради меня. Должен быть другой выход. Посмотрите сами, мы уже погибли. Чтобы мы выжили, нужно, чтобы этот день не настал. Читай свое заклинание. Ваше время у меня в получании. Получение. Хоть подступает тьма, огонь меня хранит. Укажи мне путь, Андрасте. Возьми меня к себе, создатель. Если отойдешь, мы все погибнем. Как не жаль, но надо было это делать. Откажитесь от всех притязаний на Редклифф, и мы оставим вас живых. Вы победили. Нет смысла продолжать эту возню. Феликс. Все будет хорошо, папа. You'll die. Ведь ты умер. Everyone dies. Все умирают. Well, I'm glad that's over with. Not. Grand Enchanter, we'd like to discuss your abuse of our hospitality. Your Majesties, when we offered the Mage's Sanctuary, we did not give them the right to drive our people from their homes. King Alistair, Queen Anora, I assure you, we never intended. In light of your actions, good intentions are no longer enough. You and your followers have worn out your welcome. Leave Ferelden, or we'll be forced to make you leave. But we have hundreds who need protection. Where will we go? Вы можете предложить так.
нам все еще нужны маги. И какие у вас условия? Будем надеяться, более сносный, чем у Алексиуса. Их медиция лучшая, правда? Навыки магов нам пригодятся, но все мы видели ясно. Никто не будет самоотверженно сражаться на стороне инквизиции. Боюсь, в отсутствие выбора нам придется принять любое ваше предложение. Сочтем за честь пригласить вас союзников инквизиции. Великодушное предложение, но поддержит ли его остальная инквизиция? Брешь угрожает всему Тигасу, нельзя допускать разницы в такой момент. Без вас мы ни с ней не справимся. Чтобы хотя бы попытаться, потребуется, короче, чтобы попытаться. Так, смотрю, все как... они тут осуждают. Мы согласны, отказаться было бы верхом безумия. Я соберу своих магов и подготовлю путешествие в убежище. Брешь будет закрыта. Вы не пожалеете, что дали нам шанс. Тут нечего обсуждать, среди магов будут одержимы, и мы должны быть готовы. Если мы отменим предложение о союзе, инквизиция в лучшем случае будет выглядеть некомпетентно. О чем вы думали, оставляя магов без надзора, при разорванной это завесе? Нам нужно, чтобы они закрыли брешь. Если настроить их против себя, ничего не будет. Я помню про брешь, но они могут нанести не меньше вреда, чем сами демоны. Хватит споров. Мы там не были. Задним числом критиковать своих соратников не дело. Главная задача Вестника была заручиться помощью магов, и он это сделал. Наконец вступил голос прагматизма, а я уж приготовился был слушать бесспорный спор. Все, что важно, это закрыть брешь. Чем дольше брешь открыта, тем больше от нее вреда. Надо спешить. Согласен. Нужно еще разобраться с тем, что вы видели в этом темном будущем. Убийство императрицы Селины, армия демонов. Очень похоже на тевинский культ. Орлей Пау, империя процветает, всюду хаос. Давайте, не все сразу. Понадобится время, чтобы подготовить войска и магов. Соберемся в военной ставке. Вы тоже готовьтесь. В конце концов, без метки это все не имеет смысла. Я готов. Встретимся на месте, когда будете готовы. Я пропущу военный совет, но мне хотелось бы посмотреть на брешь вблизи, если никто не угрожает. Значит, ты остаешься? А разве я забыл сказать, юг очень мил и самобытен, но меня совершенно очаровал. Что ж, если с кем и застревать во времени, то лучше с тебя никто не уйдет. Одобряю выбор. Ну давай постараемся пока что нигде не застревать, хорошо? Я все подготовлю и отправляемся. Нас создатель. Магов хватит для победы. Что ж, друзья, давайте мы на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал.
Всем пока.